Здравствуйте, друзья! Как дела сегодня? Хорошо? У меня тоже неплохо, спасибо! Сегодня у меня есть интересное задание для вас. I came up with this exercise to help you practice your language in a meaningful way. A meaningful way is a way to solve a problem, give a fast response, just do some kind of action to use your language. Okay, so this puzzle is going to be a logical one. So I want you to listen to it at least once, or maybe twice or three times. You have to listen, and then I'd like you to give me answers in the comments below. This puzzle is going to be all in Russian within A1 level, so beginners are welcome. And I'm waiting for your answers. Let's jump right in. Вот деревня. Здесь есть желтый дом, синий дом, красный дом, зеленый дом и белый дом. Кто здесь живет? Здесь живет француз, здесь живет немец, японец, англичанин и русский. У них есть питомцы: кошка, лошадь, рыба, собака и птица. Мы не знаем, где они живут. Может быть, француз живет здесь, а может быть здесь, а может быть здесь. Мы не знаем, у кого есть кошка. Мы не знаем, где живет лошадь или рыба. Но они все живут здесь, в деревне. Что они пьют? Они пьют чай, они пьют воду, пиво, молоко и кофе. Мы не знаем, кто любит чай. Может быть, японец, может быть, англичанин, а может быть, русский. Мы не знаем. Но вот задача. Японец живет очень спокойно. У него есть только один сосед. Японец очень хорошо говорит по-русски. Вот англичанин. Он любит красный цвет. Собака любит пить пиво, как и ее хозяин. Ее дом последний. Вот синий дом. Там живет лошадь. Ее соседи – кошка и птица. Иногда лошадь пьет воду соседа ночью. А вот дом в центре. Там пьют молоко. Русский и француз не соседи. Русский пьет кофе и не понимает, почему соседи справа на завтрак пьют пиво. Вопрос: кто пьет чай?